И сегодня же Евгений Касперский дал интервью нашему телеканалу. Ведущий специалист в сфере кибербезопасности ответил на вопросы руководителя службы, новостной службы Ольги Цгоевой. Говорили о том, возможно ли 100% информационная безопасность, какое место Кавказ может занять в цифровом мире и нужна ли интернету полная свобода. Интервью состоялось в рамках рабочего визита Евгения Касперского в Северную Осетию. У нас 4000 человек сейчас у республики есть достаточно серьезные планы на возрождение технологического сектора, в первую очередь цифрового, а где цифровое, там и безопасность, а где безопасность, там и я. Вот я и приехал. И остается добавить, что полная версия интервью сейчас готовится к эфиру. Посмотреть его вы сможете сразу после выпуска новостей в 22 часа.